4-5-4. Идем на Лэмбо. Найс таблетки. Охуеть. Окей. 7К88 RTX. О, RTX. О, еще даже осталось. RTX. Ладно. RTX-M. Видимо, мобайл, да. Мобильный RTX. У нас есть RTX дома, да? Так. Кстати, статы нормальные даже, охереть. Господи, ну и старт. Явно где-то будет сегодня подвох. Где-то явно будет подвох. Что-то сильно хорошо идет пока. Где-то будет что-то неладное. Реально бешеный. У меня дэмэдж почти максимальный. Да у меня, по-моему, и тела почти максимальная, да? 3.20, это очень много для Эдена. Это очень много, реально. Только скорость немного, не очень. И даже рейндж огромный. Просто все огромное, только кроме скорости. Скорость базовая. Офигеть. А кстати, так бывало, да. У меня, по-моему, так же было в АБ плюс часто. Типа, о, какой охуенный старт, нихуя себе. Хорошие статы, хорошая хп, и потом до бомбы ничего и нету. В принципе, такое тоже может быть. Но будем верить, это не тот случай. Бах. Сука, серьезно? Блин. Время. Кстати, хорошая дрянь. Секретки. Секретки и... В теории можно бежать быстро, если будет билд. Это, кстати, нынче очень хорошо спасает. Потому что на деле, типа, это... Две румы показывают всегда. Если там одна рума, значит там тупик. Можно этим пользоваться. Ты отстой, мальчик. Отстойный мальчик. Найс. Кипер. Опять ты. Опять без этого. Печально. Так, быстро фармим бабки. Делать деньги. Ау! Мухи. Быстро. Найс. О-о-о! Даже дайм упал. Что-то я зря магаз не почекал. Он хотел денег. Может там были опции на босса. Хм. Может быть и были. А может быть и были. Плюс 2 копейки, камон. Найс. Выгодно. А, ПХД. Правда, не знаю, что это. Ладно, может даже покупать не стоит, потому что все равно у меня ты хороший, что я там могу найти. КП, да, спидапа, наверное. Остальное мне ничего уже не надо с таблеток. Исов диамант. Там может где-нибудь потом нажать. Так, мы на Лэмбо, да? Лэмборан. Блять, опция. Почему я не уверен, что это опять диамант? А, похуй. Ace of Diamonds. Еп. Еп. Все, пошли. Опции нашли, но не те, которые я думал. Вот уже нормально. Тирет, ну, актуально, в принципе. Его и так не так мало. Не хочу ломать мультиплеер дамага. Все же.
Надо больше врагов заспавнить. Их нету. Блять. Ладно. Не пошло. Кипербокс забавно, айтем на кипер яйца. С собой таскать. Чтобы постоянно яйца прокать. Если, конечно, деньги будут. Но денег может не быть, правда. Очевидно. Не могут заканчиваться. Не лук возле кнопки. Не люк, это да. Надеюсь, больше я его не поймаю. Страшно. Так, где мой квартер? Это не квартер. О, 7 копеек, найс. Это мы берем. 7 копеек мы берем. И берем еще, видимо, вторую секретку тоже. И там, кстати, Кёрса. Сейчас все сделаем. Фулл карта. Терза. Еще яйца. Жесть. Офигеть, старт. Я думаю, мы в порядке. Просто можете дальше. Не знаю, мне фулл карта, по-моему, не особо нужна. Что я с ней буду делать? Дым надо выкинуть, чтобы нечаянно ее где-нибудь не там не прожать. Это да, это Basement 2. Всего лишь Basement 2. В принципе, это уже, этого билда уже хватает, по-моему, надо даже Даркрума, наверное. Я уже 8 дэмэдж получил тупо на яйцах БТВ, да? Просто да, у меня больше нихуя нет, это тупо яйца проки. Охереть. То есть я получил x2 дэмэдж за вот два этажа покупок. В принципе, неплохо. Прямо как. Ну, можно улучшить. Такое все до хера красного. Ран на яйцах. Это вроде того. Стоять. Отлично. Отлично. Так, я смогу это сделать? Могу. Опять яйца. Пизданешься. Только ж в этом ране яиц-то. Готов не получили там. Так, у меня уже опции есть, поэтому можно без сразу в этом руме. Можно не ждать. Уже все готово. It's like she's fucking five! Тут все-таки, видимо, не все. Некий аноним нам еще 100 рублей прислал. Интересная песня с интересным названием песни. Человек яйца, это не оно. Ошибка. Неправильный сон реквест пришел. Не каноничный.
Давай. Уже можно... А, у меня же ПХД. Ебать, реально. Стоп, почему я... А, потому что... Тринкет, забыл, как он называется. Как он называется? Red Patch? По-моему, Red Patch, да? Да, Red Patch, окей. Типа от него я под красный дамаг получил. Это типа эффект Бладиласа, да, по-моему, проклят. С каким-то шансом. Урона. Да, с каким-то шансом. О, господи, мультики. Ура, мы скипаем мультики. Кайф. Че так быца-то, алё? Кстати, это нужнее, чем, наверное, была Боба. На яйца, опять же. Блин! Куда? Зачем? Рано. Сука, ну ладно. Поспешил. Опять руки быстрее головы. Ой. Нифига, его там сплющило. Бедолага. Я открою. Ну и говнище. Встали в смысле, я яйца прокнул. Вовсе не просто так. А с великим смыслом. О! Давай. В смысле, блядь? Бамба! Алло! Ты... Что? Чё ему надо? Почему? Там же даже монетки не было. Он просто в костер что ли бьется или что? Что случилось? А, он монетку взять, он там пройти не может. Сука, отъелся кабана. Он типа между костром пройти не мог. Ёб твою мать, какая тупость. Блять, фолс ПХД, серьезно? HP аптер... Я сейчас нихуя не понял. То есть я получил и ПХД, и фолс ПХД эффект одновременно. То есть типа я получил как бы хп ап, но получил тирсдаун, это получил дэмэдж, потому что тирсдаун. Что нахуй? Какая жуть. Фига, там еще и копейка была. Там точно мама мог прокать. Сильно. В спуске айтем, который замурован стенками, можно как-то взять? Да. Можно взять. Можно при помощи плута там пролезть, мистера Ми забрать, коробкой забрать, активкой стича забрать можно. Там довольно много есть способов. How to jump. Я, кстати, так ни разу и не видел, как этот how to jump берется, но может быть и how to jump работает. И вот так ни разу пока не довелось это проверить самому на личном, так сказать, опыте. Ну, а, да, у меня... Ну да. Похуй. А, теперь это Wizard вместо этого. Вместо боссов стила. Кайф. Мультики, да? Кому не похуй. Всем не похуй, ну, не, мне похуй. Поэтому похуй. The stars. А, нормальный рейндж. Сильно не испортится. Блин, как же не хватает кибербокса в этом ране? Реально. А это уже не пройду. Бомбу тратить не хочу. Что там были за карты? Там, по-моему, ничего не было сильно нужного, да? Ау. Да... Плевать на самом деле. Как это плевать?
А магаза нету? Или я был в магазине? Я не был в магазине. Где магаз? Ебучие объезды. Хм. Вырубай. Тут же. А это не вырубилось. Ладно, перезайду. Теперь вырубилось. Бомбы жалко, наверное, тратить уже мало осталось. Там как раз секретка вниз. А, секретка... Я опять забыл, да, уже два раза за этаж забыл, что у меня X-Ray Vision. Хорошо. Это, я считаю, успех. Ну, давай ангела. Давай ангела, слышишь? Пошепши на ангелов. Для разнообразия. Во. Может быть, и пошли. Бомбина... У него, по-моему, какой-то пул из айтемов, я не помню, что за пул. У него там в основном одна хуйня. По-моему, в его пуле айтемов. Ангелы. Ангелы. Это были ангелы. Они нас услышали. Ну, теперь у нас есть маппинг. Крыс ран пошел по звезде. Судя по всему. Будем с ней ходить. Эти эксперименты. Опять терз... А мне, кстати, похуй, у меня максимально терзает. Ох. Ты кто? Слышь? Фига там кто-то рухает на заднем фоне. Пресс, благай. Телепузики. А вообще... Пускай будут. Я успею на бусараж? А ебать, я успею на бусараж, нихуя себе. Походу реально успеем. Невероятно. Правда, со звездой, может, не успею, но посмотрим. Я явно Excel не буду сам выискивать, куда идти. Ну, ладно, я не буду ее ждать, но... Тут будет долговато. О, опять ты. А вот и Стичес нашли. Вот эта активка, можно забрать второй айтем. Крул Спейси. Все еще могу успеть. Привет, Эдикью. Я в казино лучше не играю просто. Просто лучше не играю в это казино. Не нужно тебе оно. Там можно порулить. Так, надо тоже паролиться. Я в теории даже, слушай, может он даже бусаж паролит, кстати. Хуй его знает, может и паролит. Дети на стриме. Убрать детей от экрана. Телепорты есть. Правда, телепорт не может затроллить, кстати. Теория. И вторая там Рома. Бля, Андрико, походу. Фак. Ладно, плевать. Шида, сначала посмотрим босс-раш. Там, может быть, паролем.
Тогда потом уже вернемся за всем остальным. Железа улетела. Бам! Бомба, кайф. Ты шутишь? Ты что, шутник, что ли? Думаю, ты парень серьезный, это шутник, что ли, какой-то? Прощай, ХП. Ну, в принципе, оно мне уже и не надо. Ладно, я же забираю просто. Теперь можно спидрунить опять. И первая. Вторая. Наверное. Вторая, первая. Где, может, я видел? Может, я троллю? Может, я ее уже видел? Словил. А вон нашел. Ага. Ага. Так, теперь проверяем. А, стоп. Я еще ничего не ролил правильно. Я забыл, что я ничего не ролил. Ладно. Пирсинг был нормальный, поэтому плевать. Я это ролить все равно бы не ролил. Теперь можно ролить. Это можно поролить тут. Эта хуйня поролится. А, ну... Нормально порвалось. Ебать, нормально порвалось. Нихуя себе. О. Ага. И там сейчас будет айтем, да, второй? Как назло. Experimental pill. Не, не будет. Подвал дурацкий. Неплохо. Почему? Что вам плохо? Надо, чтобы было хорошо. Я застрял. Чат, я застрял. Печенька. Печенька, заебись. Так, все? Я все взял? Негатив, лэмп, все правильно. Или все правильно? Ладно, я думаю, я справлюсь. И без этого, без звезды справлюсь. Дай пизды всем, прям всем. Привет, дед. А то я пошел, так очевидно. Ну вот уже не фулл хп, видишь, уже всего-то 11 хп. Вдруг уже не вывезу. Это не идея. Тебе не давай? Ладно, Ларио не буду давать. Дай по роже лэмбо. Это можно сделать. Это мы можем организовать. Еще, по-моему, я уже забыл, что у меня Acid Tears есть. Вот я только что это и сказал. Я уже забыл. Ну, просто охота рума поклирить. Что билд хороший. С билдом хорошим охота рума клирить. Я это брать не хочу. Это, кстати, можно будет. Это бесплатно, считаю. Тупо 12 черных хп. Шикарно. Что здесь? Черное хп? Просто валяется? What? What? Какая-то суета. Ну, суета и суета. Кому не похуй. Пускай суетятся. Если им это надо.
А, X-Race это правда. Я про это тоже забыл. Hello, Sunny Gaming. You can talk in English if you want. It is allowed here. It's Russian English chat. Just mostly Russian. Glove them also. Vessel. Vessel. F-сердце, да. Закончилось. Несчастное сердце. О, даже на хорошо склон херась. Слушай, это вариант. Это вариант. Вау. Ну и мусор. Вау! Не особо лучше. Ну и отстой. Да, это из-за шестерки. Шестерка меняет лейаут сделки. На шестерили. Пошли в эту дырку. А то опять консоль врубать. Не хочу опять консоль врубать. Мне лень. Гоухаша, да нахуя? Долго. Так, теперь я хп хочу. Уже руму проходить легкие. Теперь я хочу хп нафармить. Так, надеюсь, именно нафармить, а не просрать. Это очень большое отличие. Ну, в принципе, нормально. Здорово, скуфок. Стоять. То взял. Там дальше есть дорога? Дальше есть. Да иди ты в пизду. Господи, в Шевлете румы это просто пиздец, эти вот челики с лазером. Они просто ебанутые. Там румы здесь есть, я, по-моему, 4 этих уёбка в одной руме. Я не знаю, как вообще это проходить. Это просто, по-моему, нереально. 4, сука, лазера в одной руме. И типа они все на тебя могут агриться одновременно при этом. Это пиздец. Может быть 3, не 4, да? Ну, типа, один член. Великого отличия. О, скипаем дьявола? А, нет, сель бомбы. Эх. Ну ладно. Притворил. Жаль. Не скипаем дьяволом. Сель бомбы. Руина. Такая себе бомба. F для валов. Окей. F для валов. Найс Shadow. А, это даже не Левиафан, да ведь? И даже не Conjoined. У Челика в Т перед стартом оставили зонтик в болиде, Феррари запомнит это. Это, скорее всего, да. Привет, Либра. Либра тоже не выдержал уже. Модер не выдерживает этого потока сознания. Я тут ничего не беру, наверное. Хотя можно взять синего челика. Синего. Зеленого. А куда пошла звезда? Я, кстати, не смотрел, куда она пошла. Это моя ошибка. Надо было посмотреть. Видимо, сюда. Похоже, что сюда вроде пошла. Явно в эту сторону. Не, она ушла, но я не видел, куда все нашел. Она явно куда-то ушла. Она как бы не могла никуда не пойти. У меня нет такого выбора.
И куда-то нужно идти все равно. Кошку нет, кошка сегодня выходная. Кошки выходной. Пожертвовать? Да разве? А стоп! А реально? Звезда это фамильяр? Я не знал, что ее можно алтарить. What? Она алтарится? Я не знал. Я не знал, что ее можно алтарить. Я даже внимание, я типа даже не думал, что типа ее могут забрать. Я даже типа не видел, кого забрали. Ну типа да, видимо она реально тарится.